сегодня хотел поговорить о семейных отношениях. Семейные отношения для многих это загадка. Почему многие ищут в этой жизни стабильности, хотят того или ту единственную найти? И в чем разгадка? Не так все однозначно, не так все просто. Это океан знаний, океан чувств, эмоций. Это примерно такой же путь, как духовное развитие, семейные отношения. Если взять меня, например, да, с самого детства я всегда считал, что я создан для семьи, что я хотел ту единственную неповторимую и для нее свернуть горы. Но пройдя путь, огромный путь к созданию семьи, ну, фактически в 40 лет, в 39 я нашел того человека, с которым я хотел бы жить. И таким образом, за вот этот длительный период, там фактически, да, там больше 20 лет, куча разочарований, неудач, романтика практически исчезла за это время. И сколько раз обжигался там, да, терял время, переосмысливал, разочаровывался, кем-то восхищался. Ну, естественно, куча опыта набрался и так далее. И также большинство людей вот этот этап и все эти проходят. Всегда завидовал тем людям, ну, раньше, когда не было знаний, что вот человек 18 лет нашел, потом открываешь какую-то случайно социальную страничку своего одноклассника, у него 5 детей в 30 лет, и которые фактически тебя уже выше по росту. Думаешь, ну почему так вот все? А потом, когда начал получать из ченнелингов информацию, уже в голове все пазлы начали складываться. И таким образом, если у человека выбор, то есть, да, человек может на любом этапе найти себе женщину, там, мужчину и создать семью. То есть у человека нет ограничений, какая женщина, сколько детей. Только в его голове существуют ограничения. Ну, у, скажем так, половины и, может, больше половины людей есть программа, где прописан конкретно мужчина, конкретная женщина. Сколько детей должно появиться на свет, в какое время они должны появиться на свет. И когда человек эту информацию осознает, он понимает, что сколько бы он ни старался зачать детей, у него ничего не получится, если в это время душа не где-то в зале ожидания не ждет его. Конечно, когда у человека нет ограничений, то там можно хоть каждый год рожать нового ребенка. А когда у человека строгий график, когда душа приходит, и только в это время может произойти зачатие и так далее. Жили 20 лет, душа в душу, как говорят, да? Раз все рассорилось, испортилось, нет понимания. В большинстве таких случаев либо это темные, либо это порча. Но в нашем случае сейчас речь идет о том, что просто изменили программу. Вас друг из друга выписали. Часто бывает так, что люди к нам обращаются, в программе прописано найти какого-то мужчину, либо женщину. И есть определенные сроки. То есть те, кто знают, сразу перед нами ставят такие вопросы. Мы отвечаем, что вам осталось там 2 года, чтобы найти этого человека. Иначе просто его выписывают из программы и так далее. Бывает так, что у человека в программе какая-то женщина прописана. Человек резко начинает заниматься поиском. Ищет. И в этот момент в сущности понимает, что тот человек, который изначально был у него прописан в программе, он ему не подходит никак. То есть ее могут выписать прямо на ходу. Потому что тот человек, который был прописан не в программе, пошел не по тому пути развития. И когда мы обратили внимание сущности, да, что вот эти два человека уже начинают искать друг друга, или вернее тот, кто у нас узнал про свою вторую половину, начинает ее искать,
И в сущности видишь, что вот этот человек начал духовно развиваться, а другой человек деградирует. Естественно, выписывают из программы, и многие люди этого не понимают. Ну как так, Роман, вы же там сказали, что я должен был найти или должна была найти этого человека. А этого человека выписали из программы, это неправильно, там и так далее. То есть не все понимают. Такие случаи тоже бывают. И у человека в голове путаница какая-то наступает. Человек не может это осознать, понять, как это все работает и так далее. Думает, что это наши ошибки. Это не наши ошибки. Это просто вся система настолько сложно устроена. И она мобильна. И периодически что-то меняется. Это нормально. И те, кто с нами в постоянном контакте находится, они всю свою жизнь видят как на ладони. Когда вы контролируете всю вашу жизнь у контактера, вам легче себя разобрать, вам легче понять, как все устроено, как все работает, куда вы все двигаетесь. И таким образом у вас приходит понимание. И вот на фоне семейных отношений очень хорошо можно разобраться в этом. Часто бывает так, что дети, братья, сестры никак между собой, родители с детьми, с дедушками, с бабушкой не могут найти общий язык. На самом деле, это может быть и характер, и принципиальность в каких-то вопросах. С помощью сущности мы многократно улаживали эти проблемы, это тоже можно сделать. У кого-то темные выявлялись, у кого-то порча была и так далее. То есть снимается и все, и ситуация выравнивается. Кто-то наоборот не мог понять, почему на него обиделись родственники. Тоже это все тоже выясняется. Бывает, что родственники просто, ну, глупые просто люди, откровенно говоря, просто обычным русским текстом говорят. И у меня такие встречаются в роду. Просто люди глупые. Вот и все. Которые дожили там до 80 лет и ничего не хотят в своей жизни менять. Считают, что они вот такие правильные, а ты неправильный. И таким образом мы понимаем, насколько все многообразно, индивидуально, интересно, с разочарованиями, со взлетами, с падениями, с новыми вызовами. Человеку очень сложно понять, когда он прожил 10-20 лет с каким-то человеком, дети уже есть. Вы пошли по пути духовного развития, а второй не идет. Не понимает вас. То есть что надо делать? То есть если вы хотите развиваться, надо оставить этого человека, как бы больно бы не было. Потому что дети, они в этой жизни только общие ваши, а после смерти все. Это совершенно другие души. И вы должны в первую очередь о себе думать. Не о сохранении там семьи и заботы о детях, а о себе. То есть как бы это ни звучало грубо, то вы за счет своей жизни, то что вы теряете свою жизнь, развитие, живя с тем человеком, который не хочет развиваться. И сколько таких примеров у нас было, что люди начинают духовно развиваться, а второй не хочет развиваться. И семьи разрушаются, распадаются. Печально, печально. Изначально надо найти такого человека, когда формируется семья. Если вы уже понимаете, что такое развитие, саморазвитие, куда надо двигаться, естественно, надо найти такого человека, который вас бы поддерживал в этих начинаниях. То есть к подходу и созданию семьи нужно подходить очень тщательно. Конечно, бывают исключения, когда по программе даются какие-то люди, и с ними надо прожить какое-то время, а вам это не очень хочется. Не обязательно уходить замуж, жениться там, в печать в паспорт ставить, в документах. Не надо. Просто вместе прожить какое-то время, и можно разойтись. И дальше найти того человека, который вам будет по душе и по развитию вообще идеально подходить. Зачастую по программе человек может тоже вас не до конца понимать. Но просто положено с ним пройти этот урок.
это испытание. Бывает по энергии. По энергии то же самое. То есть пройти нужно это испытание, и все. Бывает, когда никого нету, люди часто обращаются: Роман, проверьте эту мужчину, эту женщину. Да, мы смотрим мужчину, женщину. И идеально, чтобы по энергии подходили. Там 20%, 30%, 40%, 50%, чем больше, тем лучше. И то, что я говорил вот в ранних лекциях, по характеру еще тоже очень важно, чтобы человек подходил. Но бывает еще такое, что человек вообще никак друг к другу не подходит. Ни у него в программе никого нет, ни у девушки никого нет. И в принципе люди могут вместе жить как бы. Ну, да, более-менее как-то все ровно будет проходить, без всяких там всплесков. Просто характеры такие у людей. В принципе, тоже можно жить, и тоже можно все на будущее посмотреть. Стоит ли связываться с этим человеком или не стоит. И вот когда люди вместе с друг с другом живут множество времени, а потом вас выписывают из программы, можно, да, обратно вписать, но все равно вы не настолько будете подходить друг к другу. Иногда просто уже планы на вашего мужа, на вашу жену, уже другие люди должны рядом быть. Набрались энергии, уходите туда. Это тоже как уроки, расставание и начало новой жизни. А многие не могут это преодолеть. Я не могу, не хочу, хочу быть с этим человеком. И так далее. Это тяжело особенно тем, кто однолюб там. Либо привык уже и так далее. То есть такие моменты, они очень важны для человека. И таким образом надо двигаться вперед. Если что-то непонятно, лучше каждый раз спрашивайте. На консультации, просто в общении. Прежде чем какие-то серьезные движения в жизни сделать, для этого существуют контактеры, чтобы можно было разобраться. Разложить по полочкам. Многие люди много чего не понимают, делают свои какие-то выводы в голове. Зачастую эти выводы неправильны и, скорее всего, неправильны. Потому что полностью вот всю эту картину, чтобы разобрать, это надо столько лет этим заниматься. Пытаются психологи разбираться, пытаются доктора разбираться, ученые, почему вот в отношениях это произошло, почему то произошло там. Идут на какие-то тренинги, еще что-то. На самом деле дело не в тренингах. Либо порча какая-то, либо карма появилась, либо темные, либо вас выписали из программы. Никакие тренеры, никакие психиатры не дадут вам ответ на эти вопросы. Только контактер. И вы сможете двигаться дальше в этом направлении. Поэтому пишите свои комментарии, пишите свой жизненный опыт. Кому-то что-то непонятно, обращайтесь. Всегда на связи, разберемся, поясним и поможем. Всего доброго и удачи, до свидания.